Использование программ для автопродвижения. Боль. То есть ко мне приходят, ну, сейчас уже не приходят, потому что у меня уровень консультации 20 тысяч рублей за 2 часа. Но когда было там 3 тысячи, 5 тысяч рублей, ко мне часто приходили люди на консультацию и говорили следующее. Александр, у меня почему-то канал не растет. И когда мы начинали копать глубже, оказывалось, что они покупали сервисы для автоматических просмотров, автоматических лайков, автоматических там, допустим, репостов. То есть, ну, есть такие, не знаю, как сейчас, раньше было много биржи, которые ты вводишь в свой ролик, и там они на автомате его крутят там всем желающим, там, да, за копейки, там какие-то бонусы получаешь, 5-10, вот. И эти люди приходили, не понимали, почему это не работает. Это не моя целевая аудитория, друзья мои, читайте правила, но поймите четко, вот есть поговорка: рыбак рыбака видит издалека. И вот сейчас уже робот робота видит издалека. YouTube точно знает, кто смотрит ваши видео, когда, и если это сервис, его уже 100% запалили, и все просмотры, которые он вам дал, это вам минус карму.